Здорово. Ну что ж, как-то не заладилось у нас с Elden Ring, с DLC Shadow of the Erdtree. Почему не заладилось? Потому что 1,5 часа прошло с тех... даже уже больше. 1:40, кошка... Решила когти поточить. Вот, 1:40 прошел с того момента, как я запустил трансляцию, запустил стрим. И в надежде поиграть в DLC. И, но... Игра мне написала, что я хочу скачать патч. И я такой, окей. Но я же могу в него поиграть? Нет. Она говорит, я сейчас буду устанавливать что-то. И 1,5 часа она пыталась остановить, по итогу после установки чего-то там, непонятно чего, выяснилось, что DLC у меня нету, потому что нужно накатить патч на игру. Вот, короче, я уже на самом деле на сегодня уже хотел не продолжать, ну, стримить, потому что уже поздно очень, уже почти 11 час, поэтому, в общем, ненадолго, часок, 1,5 часика, может быть, посмотрим, заглянем, немножко поглядим, что-то происходит, и... А продолжим уже глобально, наверное, на следующем стриме. Итак, новые функции инвентаря. Новые функции можно включить в вкладке экрана, перейдя в раздел параметры, которые мы получили впервые. Будут помечаться знаком. Окей. Новые предметы теперь помечаются знаком. В игре появилась вкладка, где можно посмотреть предметы, которые вы недавно взяли. Мы получили кольцо Микелы. Микела. Где эта вкладка? Но недавние предметы. Это сменить вид. Короче, окей. Я не помню, кстати, был ли такой инвентарь. Мне кажется, он не такой был. Инвентарь был... Выглядел по-другому. А как мне, кстати, эти... Такой был? Серьезно, мне кажется, другой был. А как им переключать инвентарь? На какую кнопку переключать инвентарь? Или это не в этой игре было? Зажать треугольник? Все. Спасибо. Получилось. Да, он легкий, кстати, был. Мы же с первого, со второго раза убили. А, здрасте. Кто ты, воин? Were you guided here by kindly Mikela? I am Leda. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm,
and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. Come now, touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. Come now, I will not be far behind. Ну, мы коснемся. Ну, погнали, чё. Что-то и загрузка была, походу, другая. Вроде бы с правой стороны экрана огонек моргал, а не прям вот этот как костер с путеводной этой штукой непонятной. Ну, ладно. А что-то никакой ролик не покажет, ничего. Ну, красиво. Равнина надгробий. Кошка, вот что ты? Что это за прикол? Что это такое? Благословение царства теней. Утро. Великие руны. Подожди, а было разве так? А, ну руны были. Ой, а на что там этого свистануть? А на что? Да, как к нему ехать быстро? А что, куда мне ехать-то? Надо карту открывать. Такой. Погоди. Что за мобы какие-то жесткие? Повешенные, отлично.
Кент сидит. Эти карту подберем. Все сгорели, мессер и его прихвостни приговорили нас к сожжению. Чем мы заслужили такую судьбу? Мы просто жили в мире и согласии. Все сгорели дотла, никого не осталось. Окей. Так, новая карта найдена, нормально. Что за дерево-то, интересно? Ой, а что за черные пацаны? А, это моба? Никс пытаюсь забрать почему-то. Фехтовальщик является в видениях. Блин, тут же типа еще можно день-ночь же коротать, да? Че, ночью типа появится кто-то? Ты что творишь? Алло, коня мне призови. Требуется ночь. Чё у тебя тут? Благословение праха славного духа. Прах славного духа можно найти в царстве теней и примените этот прах в местах благодати, чтобы усилить благословение праха славного духа. Благословение праха славного духа повышает урон и защиту призванных духов, но действует только в царстве теней. Но я никого еще ночью не встречал. То есть здесь предлагается ну да, он ни хрена не отобразился. Прах, то есть самончиков, да, усилить можно. Впереди смерть, я вижу. Плод рады какой-то. Бафы. Ну я понял, силу усилить этого самончика, которых мы... О, там можно было какие-то материалы получить. Что за материалы? А, плотарады.
блядь, как же я... Это кто крикнул так? Что-нибудь есть смысл тут гонять? Ради каких-нибудь приколюх. Тут нихера вообще нет. Что это? А это я что-то активирую, да? Я что-то активирую же? Ну как-то можно активировать. Блять. Это что за приколдес? Я хз, че за крики. Ты кто такой, блядь? Коготь зверя, блядь. Ну это из Bloodborne. Коготь зверя. Так, ну тут дорога есть, понятно. Я на самом деле не в эту сторону хотел идти, а пофигу. Ну, в целом, мне кажется, это какой-то либо это я этого моба приглашал, это кайтил, типа, либо что, я не понял. Приколдеса.
Или она типа действительно она как-то в определенном порядке подъехать. Вот. Чё было? Нет. Это еще не орала. Ну-ка. А какая-то... Вот это кричала, да, вроде бы? А та не кричала. Бля, ну нужен гайд, походу, я хожу. Ну это скорее всего как в этом. Помните, как были у нас эти магические школы, или как они там назывались? Где-то надо было решить загадку для того, чтобы попасть, допустим, там внутрь. Впереди дыра. Ладно, сейчас еще посмотрю. Какие-нибудь надписи, может, что-нибудь... Кто-нибудь что-нибудь хорошее подскажет. Звук неожиданно. Но есть какой-то, видимо, паттерн. Здесь звуков, кстати, не было. Они только там появляются. Так, ладно, что, давайте, пока мы здесь рядом, где там у нас костер был, в ночи сгонять. Сейчас у нас что там время суток? Ранний вечер. Тут, в принципе, можно и подождать. Кто-то наверху стоит. А где у меня позорная турба? Это я зря сделал. Это птички какие-то. А это не тот Ликен, который вот дрался тут? О, нормально. Уиликан. Потому что наверху на башне что-то есть. Что ты тут делал? Это
еще один сидит. Чувак, тихо, 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 тихо. Ну что ж ты это бьешь меня так? Однако. Давайте сразу до ночи подождем, да? Сейчас что у нас там? Так, и поехали. Смотреть, что там у нас появится. Не, что-то есть, смотрите, синева какая-то. Блин, какие-то магии стоит, фляги. Я не понимаю, зачем вообще это. Ну, не помню точнее, что я делать, какие-то у меня какой-то клинок стоит в инвентаре. Вот зачем тут мне кинжал вообще тут? Кинжал, зачем он мне? Усиливает атаки в прыжке. О. Слеза личинки тут лежала. В ночи. Прикольно. И все, да? Ну я его убил, да, тот самый враг.
посмотреть, ничего ли не было потеряно бы. Да вроде бы ничего. Все еще можно активировать эти крики? Блять. Ну ладно, это мы потом будем решать этот вопрос. Впереди прыгнуть? Конечно. Какая-то огненная собака ходит. Что они типа спят или что? О, а рыцарь какой-то там. Сверкающая поросянка. Ок. Что-то у меня щит какой-то там. Что люди пишут? Впереди ценные предметы. Ну там в пещере, да, наверное. За предмет благословение Марики. Это чё в храме полностью восполняет позы и лечит все недуги. Ну типа как называлось, все фляги, небесная фляга или как там, помните, в ДСе было.
Спасибо, Жиз. О! Будь у меня сундук с сокровищами. Ну пойдемте в храм зайдем. Блять. Хорош. Че, стакнуло, да? Большой молот из черной стали. Нормально. Че, крысюки тут стояли. Че, попробуй? Критический удар попробую. Ну, можно было бэкстепом, да, действительно, навернуть. Осколки древа упадка можно найти в царстве теней. Помню эту Марику, да? Примите их в местах благодати, чтобы усилить благословение древа, древа упадка. Благословение древа упадка повышает урон по врагам и снижает получаемый урон, действует только... Повышает урон по врагам и снижает получаемый урон. Так, и надо будет внимательно читать. Типа, я не понимаю, это локально где-то происходит? Ну, типа... А в царстве теней, то есть везде здесь, да, получается, будут работать эти... Эти где их искать вообще нахрен? Только в DLC, ну я понял. А не ограничено, типа ты просто юзаешь. Как золотое семечко, типа просто, ну, нахера мне 12 штук вообще. На сколько времени? Бесконечно действует? Один раз воспользовался и все, и она теперь будет работать? До посинения? Или как? Или пока не умрешь? Она будет действовать. Тут же есть стелс, блядь. Как семечко? Как семечки работали, я не помню.
Так, я теперь вспомнил, зачем мне нужны были эти ножички. Я ими врагов подзывал. А чё они все сидят? Это что такое? Выпускает трех крошечных змей. Тратит око. Блять, и все получается. Тупик. Делать здесь больше нечего, да? Пацаны чилили. Ой, как тут этот был. Мини-марика. Ну и чё мне? Ну в замок ехать, ну поехали в замок. И в бок поехал такой. Чё, поехали в замок и в бок поехал. Нормально. Ну ты слезешь, а? Нет?
Справочник великого Ганчира. Справочник Ганчира. Что можно было делать? Гончарить можно будет. О, там наверху есть ништячок. Здесь есть ништячок. Горшок. Призрачная собака была. О, наверх. Ну, погнали наверх. Тут пи... Тут первый мини-босс рядом. Ну че за спойлеры опять? Я тебя забаню, блин. Ну он вон стоит, да? Вон он стоит. Вон он. Так, надо что-то наверх как-то залезть, да? Ну, надо что делать? Призывать лошадь. Хорошо. Мангал их убьешь? Да? А как снизу это пройти? О, там тоже есть какие-то свои приколы. Там постараться надо, но я не смог. Сундук. Клинок. Милосердие. Ты кто?
Где он вообще, доктор милосердия? Что это такое вообще? Медальон. Увеличивает силу атаки после каждого крит-удара. Интересно. Так, а все равно как туда залезть, собрать? Блин, да ты чё, прикалываешься? Не, как-то можно, да. Может, и фигней страдаю, конечно. Где лестница была? Не удивлюсь, что там есть где-то, скорее всего, этот нормальный, легальный проход, да? Да почему ты... Почему ты так прыгаешь далеко как-то, блядь, и почему сейчас я умер? Чтобы залезть, надо простой советский. Блин, ну ты, чё ты вот, чё за... Чё, загрузки такие были долгие? Или я просто отвык? Костер не взял, кстати, да, не взял. Ля, у меня быстрее, ну естественно. Блять, нет, так не получится. Есть ли какой-нибудь тут быстрый легальный способ залезть? Я не знаю, как играть вообще. Привык к, ну, почти 60 фпсов, да? Ну блин, это что-то, ладно. Какие гусеницы.
Ты смайл видишь? А, да. Так, а может вот сюда с козырька с этого было? Для того, чтобы был второй прыжок, я забыл, что нужно сделать первый хотя бы прыжок. А, ну я его видел в инстаграме этого моба. Кстати, да, душу неплохо было бы понять. Траурная трава. Привет, пацаны. Это что, с этой стороны еще есть, да? Или нет? Так, ладно, куда мы едем? Ой, а там сидит чувак. Да, знаю. В тебе все еще бурлит обида. Ее-то я и превращу в проклятие, которое обрушится на голову подлеца Месмера и на всех отпрысков Марики. И? Ну-ка, дай, что там у тебя? Опа. Да, можно запрыгнуть, кстати, попробовать. Это куда вообще? Блин, ну дурочка, конечно. Скорее, да я только что его убил. У него был какой-то могильный камень. Блин, я забыл уже, как на этом коне ужасно было вот это все делать. Все эти прыжки. Блять, вот что-то не прыгнул второй раз, а? Как он? Торрент этот. Так. Да не. Не, ну можно поковыряться.
ты-то чё? Ты такой. Ну, типа, можно сюда сгонять, да? Ну, пойдемте сбоку сгоняем. Или что, до него доехать для того? А что там за дырка, кстати? А. Принаси. Так, я понял. Типа опасный враг, короче. Босса пробежал. Там в подземелье я из одного магию выбил. Босса пробежал. Так, а чё, как я гасить-то нормально? Какого босса? Где ты тут босса видишь? Не бей птиц, их там штук 40. С них падает 1500. О, там птица спрыгнула куда-то. А, ты имеешь в виду этот босса, это эти типа кенты, которые это, у которых глаза светятся, ты их убиваешь, они потом превращаются. Ты про этих боссов говоришь, мини? На улице там только свистит, блин, что-то. Пробегай. Ты про какого мини-босса говоришь? Про секретного, типа, который этот? Ну, моб, который потом превращается? А, за ним босс. Ну, понятно. Ну, я туда и шел, тогда что ты начинаешь. Говоришь, я пробежал.
Бэкстеп птицы. Нет, нельзя поставить. Так, что за червяки? Привет. Что, вы серьезный враг? Я могу навестись на них. Понятно, лучше бы я не трогал вообще его. Размен. Они не враждебны, разозлили гусеницы. Так, тут есть чекпоинт. Что еще тут есть интересного? Птицы есть, окей. Это пустовато как-то, да? Мавзолей, блин. Так, 80 косарей. Чё, сложный босс? Чё, у тебя Эвелина, что ли? С двух ударов, чё, реально? Ну, нормально, жопу порвёт, пустовато. Да марики давай, клин, марики. Парирование. Не сложный, но, конечно, то, что он хиляется, нечестно. Ну, с двух ударов, конечно, он убил за такое. Такое себе удовольствие. А на сколько процентов этот, эти куски увеличивают дамаг исходящий в DLC? Лечение повелителя, дар дракона.
Чувак, ну ты чего? Эй, ну блядь, это так нечестно, я считаю. Сука. Шипучая. Ну, ну это наводка. Я считаю, это наводка была вообще. Прям нечестная. А чё меня... А чё меня в стене за это... Почему я застрял, блядь? Блядь, ну ты, конечно... Пидорас, блядь. Тот ещё нахуй. Через очи, через удар бьёт, блядь, похуй. Куда, блядь? Блядь, ну ты... Ну понятно, но я дурак, надо ударить просто и все его. И все. А чё по кольцам? Блин, чё? Подожди. Двуоружник одиночества, шлем одиночества, доспех одиночества, перчатки одиночества. Жопу порвет, я вас мечом. Гаиса запиздил, ну нормально так бафают. У меня шанс там дамаг. Сейчас там дамаг 1600, что ли. А чё по кольцам? С него броня сына Хавила. Да? Чё по кольцам? Увеличивает силу, маг здоровья, общность физы, сопротивление. Чё там за мечи там? Давай смотреть. Справочка. Ну-ка, как мне теперь найти этот меч? Ну, ладно. Стальной двуручник рыцарей одиночной... Тюрьмы, пройдя тайный обряд, они дали свое, отдали свое сердце ради усиления боевой доблести. Затем они выгравировали на своих клинках два герба. На одном изображен свет рождения, на другом одиночество. А чё, подожди, чё там по... Сколько он там? БЕ 120, физика только. Надо искать кольцо Кларанти на плюс 2, а не пиздец имба. Но я не помню, где нашел. Так вот же, милость древа Эрт плюс 2. И, а нет, это выносливость и вес, но нет. Че по броне там? Шлем одиночества, стальной шлем, рыцарь одиночества, тяжелая броня этих воинов состоит из перекрестных стальных пластин и полностью закрывает лицо, тело. А, безымянные мавзолеи, царство теней, так говорят, хранят духов воинов, потерявших свои имена и сердце. Можно не читать, короче, лора, тут я не вижу, я не чувствую лора. Где ты? Маленький это, ох. Ну, дорогой такой, нормально. Не, ну, конечно, он с двух ударов почти убить может. Конечно, вообще печально. Молодец. И что дальше? Все? Ничего нету?
Почему я все фляги, кстати, потратил? Прикольно. У него, кстати, мувсет был чем-то Арториуса напоминает, да? Или мне показалось? А чё, бить эти фигни можно? Ну так, чисто одну. Просто посмотреть. Говорят, один из лучших сетов вроде. $240 000 надо. Так, упадка древа. Я бронелорда пока не смотрел, но мемы в ВК уже видел. Хорошо, ты мне скажи, вот. Этот отголосок, он действует постоянно, да, не временно. Глянь, дамаг. Дамаг на мече. И сравни. Ну, допустим, мой морозный армейский двуручник, который я поднял в начале игры. И типа здесь 120, а у меня сейчас уже 253 плюс. Двуручник рыцаря, допустим. Фламберг. Ну, фламберг 129, а этот 120. Ну да, у него Б на силу. Но он и 27 требует. Еще ловкости 13. Я пока не вижу в нем весит хреново тучу. Фламберг пока выигрывает вообще. Если взять шпиль Хальфена, то тем более, да? Там 100-100, по магии еще есть. Темной луны. Оружие в руке и дамаг на нем. Ты предлагаешь в руку закинуть его? +92. Ну, у меня накапливает обморожение. И это накапливает обморожение. О. Хорошо, короче. Что делать-то? Куда идти? А, это что у нас? Это надо было поверху идти, типа, или как? Как сюда добраться? Это что за пипка какая-то вот здесь вот?
Нет. Здесь как будто тоже можно туда залезть. А это водопад, да? Баф включи. А, вот, по поводу бафа. Баф постоянный, да? Да нет. А-а-а. Надо осколки выключать. И что, типа, у меня теперь дамаг будет больше? Так, туда как-то можно залезть, да? Говорят. Но мы не будем пробовать. И духа качни. Ну да ладно, потом. Оп, пещерка. Опа. Ой. Блин. Да что там за кенты такие? Че, урываемся? Усилился. Клинок для левой руки. Как тебе найти теперь клинок для левой руки? Сто пять. В чем не прикол? Кто-то пробовал?
Как тебя бить, блядь? Да отстань ты. Ой, здрасте, а там кто такой? Это все пиздец, блядь. Да все, не трогай ты меня. Ой, сейчас. Что тут у вас вообще происходит, блядь? А там что-то дорога. А ты кто такой? А, да, нет. Ну ладно. As that woman would surely say, we are in our purposes well aligned. But understand, your kind are not forgiven. The Earth Tree is my people's enemy. By Marika long betrayed, set aflame. I believe Mikela's apologies when he says our delivery will come, but never will I see your kind as worthy. And yet my oath I cannot overlook. If Mikela it is whom you would seek, then comrade, allow me to give you this. These are the sites of the crosses I found. I urge you, follow after Mikela. As long as you abide by his footfalls, you will be no enemy to me. Блять, и где ее искать-то? Чего? Лукатиэль, да ха. I urge you, follow after Mikela as long as you abide. Росток неземной крови. Росток, ну-ка, а ты там кто такой? Леди Леда spoke of you. You're that tarnished, guided here by kindly Mikela, weren't we all? I am Freya. I once fought alongside General Radahn. In battle, you can be sure I'll hold my own. Что там про Фрея было, пропустил? Как я понял, это хитрый квест, но я его уже завалил. Короче, найди все квесты. Да. Oh, another thing. Did you speak to our dour little friend? If you've yet to do so, have him give you a map of the crosses whereabouts. You'll find more of them dotted about these lands. They are Mikela the Kind's footprints. Нахрена они нужны? If you've yet to do so, be sure to have our dour little friend share his, assuming you intend to trace kind Mikela's path. If you've yet to do, assuming you intend. Вырезанные слова образуют фразу 10, отрекаясь от первой плоти.
И это у нас буква П. Пусть будет П. Так, и одна находится вон там выше по этой, а другая выше по сюда. Блин, я правильно понимаю, что одна где-то здесь, а другая где-то здесь. Я один крест нашел. Вот он. Что скажешь? Бля, там какой-то проезд есть. Их штук 30. Ты крест потрогал? Да, потрогал. Рыжий гривы Фрея. Рога Вест. Войны. Хорошо. Дайте надпись, что написано-то? Спереди, впереди справа. А чё впереди справа? Какая-то дверь, что ли? С причала рыбачил понтифик Салливан. А Микела ходил по воде, и понтифик доставал из воды темные души. А Микела не горящих людей? Чё? Лик великана печи, это что такое? Блять, ну опять не. Что это такое? Материал для создания предметов. Гончара, справочник еще один.
Ну чё, короче, я предлагаю идти спать. Хотелось бы побольше, но, к сожалению, игра меня подловила, да? Со своими загрузками. Ну ладно. В общем, тогда на этом мы сегодня закончим. А, давайте, кстати, зажгем. Насколько усиливает? В общем, все. Пока. Увидимся. Это там лут лежит, ли кто-то сидит. Ну, не важно.